приобрел китайцам вот такую вот плату. Значит, хочу установить вот в этот музыкальный центр. Музыкальный центр Пионер. Покупал я плату, она без Bluetooth, просто либо пен, либо карточка. Значит, у кого будет с Bluetooth, в принципе, подключение точно такое, ничем не отличается. У меня единственное, Bluetooth нету, я им не пользуюсь. Кто купит с Bluetooth, становитесь с Bluetooth, оно подсоединяется аналогично, никакой разницы вообще нету. Разобрал аппарат. Значит, говорил, что можно здесь установить, тоже сделать прорези. Но когда разобрал, посмотрел, ничего не получится, потому что здесь вот как раз две эти прорези. То есть можно сделать было бы. Стоит плата, поэтому здесь ничего не получится вставить. Но есть другая вещь, вот верхняя часть, где диски, я говорю, буду ставить, можно здесь поставить, плата хорошо становится, вот. Это изнутри все так вот будет стоять, то есть фактически идеально. Но здесь вот я еще обнаружил одно место, есть вот оно свободное, то есть на верхней части, где вот эти вот кнопки, которые, говорит, можно подключить. И светодиоды здесь вот впереди стоят, на которые можно подпаяться тоже. Вот есть эта часть. Здесь можно вот эти вот ребра поломать. И она сюда вот станет прекрасной. Вот. Вот так вот. То есть она вот будет вот спереди. Вот здесь вот будет два отверстия под флешку и под карточку. Вот с этой стороны вот. Внутри. И естественно, если ее здесь поставить, то провода отсюда до кнопок рядышком, никому мешать не будут, и светодиод тоже. Открутил я плату, которая вверху здесь вот с кнопочками. Вот все кнопочки, мне нужно 4 кнопки и один светодиод. Он будет красный первый. И вот 4 кнопки оставлю, открывала, чтобы закрывалась. Остальные что делаем? Значит, на каждой кнопке перерезаю дорожки, чтобы кнопка стояла отдельно. И на светодиоде тоже отрезаю дорожки. И затем с платы паяем проводки. Первый переключатель, 2 проводка на первую кнопку. Второй, на вторую кнопку, и так вот каждую. Светодиод тоже паяем 2 провода, этот выпаивать буду, паяем 2 провода, и здесь на светодиод на плате соблюдаем полярность. Перед тем как что-либо делать с платой, устанавливать ее или паять, значит, подайте на нее питание, подключите, проверьте, все ли на ней работает, чтобы вы знали точно, что плата рабочая, и затем начинайте уже дальнейшие действия по установке, чтобы была уверенность на 100%, что все в норме. Буду пробовать поставить вот здесь, вот на вот этом месте, здесь, можно сказать, идеально он стоит, если получится прорезать, потому что нужно будет резать очень аккуратненько 2 отверстия под карточку. Под пен. Все, с этой стороны вот изнутри есть вот в этом промежутке место. Так вот убрал, сейчас нужно будет здесь вот все вот это теперь почистить до ровненького. Вот это, в принципе, уже входит. Отверстие сделать. Ну, сейчас вот так сделаю дырочки и потом натрием буду расширять. Прямоугольный надфиль, берем его, вставляем и потихоньку подгоняем под размер. Ну вот, наконец-то пропилил,
вышла у меня карточка USB для пена вход. Стоит плотненько, вроде как ничего. Сейчас он еще немного есть. Люфты, но потом подпаяю провода и посажу на горячий клей, чтобы ничего не болталось. Подпаял провода на плату, значит, светодиод, он был в этом месте. Вот красный и белый у меня проводы идут. Выпаял я его, подпаял два провода, вот красный и белый, и пойдут на светодиод. Этот разъем я отрежу. Значит, этот оранжевый и черный. Оранжевый и черный подпаял, вот здесь вот есть два контакта, батарея, плюс и минус. Здесь теперь четыре кнопки. Вот эти все коричневые провода, они попарные. Завязал пока узелки. Значит, каждая пара подпаяна параллельно каждой кнопке. Теперь буду вынимать вот эту плату. Здесь светодиод. Буду резать дорожки, подключать белый с красным проводом, которые у меня здесь идут. Вот этот вот. И вот это здесь кнопки вот эти. Первую я ставлю открываться-закрываться. И вот мне четыре кнопки надо. Первая, вторая, третья, четвертая, значит. Здесь тоже дорожки режутся. И параллельно припаиваю все вот эти коричневые провода, соответствующие каждой кнопке. То есть там громкость, режим, все это будет переключаться вот этими вот четырьмя клавишами. И светодиод здесь на передней панели будет показывать режим работы платы. Значит, по звуку выход. Выход у меня здесь вот стандартный разъемчик. Вот. Я паять не буду, можно подпаивать. Кто хочет, подпаивайте на разъем. Тут есть контакты, видно их, вон они там сбоку. И можете здесь вот на плату, здесь тоже на входе, соответственно, подпаять корпус и левый, правый вход. Вот этот вот. Ну, я так делать не буду, я просто сделаю, значит, разъем. Вот этот будет включаться здесь на плату. И второй край у меня будет выход на тюльпаны. То есть здесь сделал отверстие, выведу сюда два тюльпана. Включили, когда надо. Вдруг вам нужно подключить что-либо другое, вы просто вынимаете, и у вас свободный ход. Если подпаяете, будет плата все время висеть. То есть вот так зайдет туда внутрь и подпаивает на втором краю вот такой и в плату. Когда надо, отключаю. Там, где подпаял светодиод, там дорожки были, я прям на дорожке паял, поэтому когда подпаял, я залил горячим клеем, чтобы, когда буду дальше монтировать, вот пистолет вот этот залил им, чтобы они не шевелились, то есть, чтобы случайно не порвать ничего. Потом залил. Вообще, сейчас проверю плату, отдельно подсоединю, чтобы кнопки все работали. И потом вот здесь тоже залью, пускай тоже будут придавлены, то есть, зафиксированы. Питание думал взять здесь, но когда начал проверять прибором, здесь не 5, а 14 вольт почему-то. В общем, взял с другой стороны. Сейчас вот плата стоит. Подпаял здесь, залил немножко тоже горячим клеем. Сейчас буду все подклеить. Здесь я тоже подпаял кнопки. Светодиод подпаял. Теперь с другой стороны. Здесь вот есть шина. Вот на шине я нашел 5 вольт. Здесь подпаялся. Значит, по поводу шнура. Значит, вот я вывел тюльпаны. Здесь было отверстие, не знаю для чего. Не важно. Значит, прошло свободно. Будем подключать здесь. Кто хочет, подпаивать изнутри на плату. Я здесь буду подключать, отключать. Теперь вот второй край этого же шнура. И вот я другой штекер взял. На плату, который то же самое. Теперь спаиваем между собой. Этот пойдет сюда вверх, включается здесь, и этот на выход сюда.
что получилось. Вот передняя панель. Так вот выглядит. Здесь, как уже показывал, провода. Вот выходные наушники. Пошло вниз, туда. Вот сзади. Вот так подключено. Здесь питание. Здесь спереди. Теперь получается. У меня только вот эта работает кнопка для диска выезжать, но этим пользоваться не буду, поэтому вот, которые сейчас на плате задействованы, это вот эти вот четыре кнопки. Две крайние громкость, громче, тише, это репит и режим. Вот. Светодиод мигает этот. Так, светодиод мигает чуть тусклее, чем другие светодиоды, то есть не так ярко, но суть дела в чем, что на плате стоял 1,5-вольтовый светодиод на 1,5 вольта. Здесь светодиод стоит на 2 вольта. Я его не менял. Тут и так все работает, как светомузыка. Поэтому оставил. Слегка тускло. Ну, не так ярко светит, как остальные светодиоды. Поэтому, кто хочет, можете менять. Будет светиться, как и остальные. Подсоединил колоночки. Подключил плату. Собрано. Закрыл корпус. Так, сейчас включу питание. У меня колонки сзади, на другой стене. Так, питание. Так, засветилось. Наш красненький мигает. Диски вот открываются тоже. Переключаю на вход. Теперь флешки. У меня на флешку записана ютубовская музыка по понятным причинам, потому что сейчас, если другую что-то включу, не пропустят. Значит, вот, сейчас буду подключать. Вот этот наш светодиод, который должен будет уже мигать. И вот наши кнопочки. Первая, вторая, третья, четвертая. Эти две громкость, repeat и mode, режим. Вот, замигал. И здесь тоже замигал. Вот, на входе уже он появился. Теперь поделаю громче. Следующее, это громкость и переключение. Одноразовая, короткая, другая музыка пошла. Еще раз другая пошла. Еще раз. То есть у меня мигают два. Флешка мигает, мигает этот. Здесь, естественно, все функции остались, которые были. Эквалайзер можно менять. Переключаюсь. Нажать вы. Вот я на режим нажимаю. Выключилось. Сейчас оно и потухло. Потухло. Вот. Еще раз нажимаю. Поехал. В общем, кому было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь. Будут еще видео.